Всем привет! Это обзор Crazy Taxi City Rush. Игра является ремейком одноименного хита, выпущенного в 2000-х годах. Цель игры осталась прежней. Вам нужно как можно быстрее довести клиента до места назначения. При этом, если вы будете быстро и аккуратно заходить в повороты, цена за проезд будет увеличиваться. Управление необычное, машина движется сама. Для смены ряда на дороге нужно делать свайпы по горизонтали. Для поворота нужно зажать палец на правой или левой стороне экрана. Тормоз срабатывает при многократном нажатии на дисплей. Во время всего пути вы сможете использовать нитроускорение. Для этого нужно просто сделать свайп вверх по вертикали, а для резкого разворота проведите пальцем вниз. В отличие от оригинальной Crazy Taxi, все пассажиры расположены на карте. Вы можете выбрать ближайшего к вам или же того, кто платит больше денег. Локации разбиты на несколько частей. Изначально вы будете ездить в городе, потом переберетесь на пляж и окраину города. Графика выполнена в мультипликационном стиле и не представляет из себя чего-то особенного. Другое дело звуковое сопровождение. Музыка от известных рок-групп звучит даже в меню. В выставочном зале вы сможете приобрести одну из пяти машин за деньги и бонусы, которые вы заработали за время вашего пути. Как и подобает free-to-play проектам, в игре присутствуют покупки. За внутриигровую валюту вы сможете улучшать свой автомобиль и покупать дополнительные функции. Стоит отметить, что вы сможете отключить покупки внутри приложения через настройки. Crazy Taxi City Rush работает в портретном и ландшафтном режимах. Это очень удобно, особенно если вы играете со смартфона и планшета. Если вы любитель делиться результатами в социальных сетях, то с легкостью сможете синхронизироваться через Facebook или Google+. Crazy Taxi City Rush уже доступна в магазине Google Play совершенно бесплатно. На этом у меня все. Видео подготовил Дмитрий Стрерчук. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить пальцы вверх для нашей поддержки. Спасибо за просмотр и до новых встреч!